Полицейские области продолжают борьбу с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов. Сегодня в центре внимания оказались нарушители правил дорожного движения. Сегодня авто одного из тех, за кем числится неоплаченный штраф двухлетней давности, полицейские выдворили на штрафстоянку. Подробнее в следующем сюжете. Новость о том, что за ним числится неоплаченный штраф, Дениса удивила. По его словам, нарушение было допущено еще 2 года назад. Молодой человек перешел дорогу в неположенном месте. Однако, по его словам, 8000 тенге в качестве штрафа он оплатил в течение 10 дней с момента нарушения. Только вот квитанцию не сохранил. Требует квитанцию, которая, соответственно, 2 года спустя тоже будет хранить. Вот. Это уже, кстати, не первый раз такое, то, что штраф оплачиваю, а потом приходит судоисполнитель и... говорит, что штраф не оплачен. То есть где-то, значит, в недрах, там, не знаю, либо банков, либо ГАИ самого. Теряется, значит, что-то. А между тем полицейские напомнили, что если штраф не будет оплачен вовремя, вам могут отказать в предоставлении некоторых госуслуг. Также могут возникнуть проблемы при выезде из страны. Штраф подлежит уплате не позднее 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Если же физическое лицо, подвергнутое штрафу, не работает или взыскание штрафа на заработной платы невозможно, постановление о наложении штрафа направляется государственному судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренным законодательством. С начала этого года на спецстоянку отправились уже 44 авто, владельцы которых не оплачивали штраф за нарушение правил дорожного движения. На данный момент с них взыскали чуть меньше 500 тысяч тенге. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.